Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. В сегодняшнем мире, мире хаоса, есть множество мнений. Отдельные аргументы выдвигаются. И учитывая тему сегодняшних прений, я хотел бы озвучить следующие соображения. Первое. Мы часто слышим разговоры о международном порядке, основанном на правилах. Это мнение отдельных стран. Но о каких правилах речь идет? Кто эти правила составляет? Пока что никто точного и ясного ответа нам на этот вопрос не дал. Так называемый международный порядок, основанный на правилах, о котором говорят отдельные страны, по сути направлен на то, чтобы создать еще одну систему, которая бы действовала отдельно от системы международного права. Это попытка оправдать двойные стандарты и исключения. Хотел бы подчеркнуть, что есть только один порядок в мире. Это международный порядок, который основан на международном праве. Есть только один набор правил, а это, собственно, основные правила, на которых держатся международные отношения, которые закреплены в уставе ООН. Здесь нет двусмысленности, ее быть не может. Эта позиция наша четкая. Сама неопределенная концепция такого рода международного порядка основанного на правилах должна уйти в небытие. Второе. На фоне кризисов в Украине, учитывая израильско-палестинский конфликт, текущие страны обеспокоены международной общей безопасностью. Многие миролюбивые страны и народы неустанно работают над тем, чтобы обеспечить воцарение мира. Однако НАТО, который изначально был военным блоком, который образовался по итогам Второй мировой войны, стремится к расширению сферы своего влияния. Он ни перед чем не остановится, чтобы озвучивать ложную риторику, чтобы поливать масло в огонь там, где они могут это делать, укреплять и расширять конфронтацию между странами. И НАТО, по сути, обвиняет страны, которые находятся вне их региона, обвиняют их в нынешней ситуации в Украине. Что противоречит тому, что делает международное сообщество в области обеспечения мира, проведения переговоров. История показывает и доказывает, что туда, куда запускает свои руки НАТО, происходит хаос и беспорядки. НАТО следует обратить внимание, в первую очередь, на себя, на свои страны и прекратить ставить под угрозу безопасность общую. Далее, общее развитие и безопасность крайне полезны и благоприятны. Они являются основой международного порядка, здорового международного порядка, в котором необходимо обнять усилия для решения всех проблем. Справедливый, равноправный международный порядок невозможно построить на основе увеличения богатства развитых стран, в то время как развивающиеся государства будут находиться в ловушке отсутствия развития и нищеты в долгосрочной перспективе. Нужно отреагировать на тенденцию коллективных прав стран глобального юга и делать все возможное в таких вопросах, как реформа международной финансовой архитектуры и развитие искусственного интеллекта с тем, чтобы расширить по возможности развивающихся государств, чтобы они могли сократить отставание в этих областях. Отдельные страны привносят концепцию общей безопасности, выстраивая высокие стены, развивая свой задний двор. Они осуществляют односторонние меры по расширению цепочек поставок и производства, которые в итоге приводят к тому, что нет победителей на многосторонней и двусторонней основах. Нам необходимо отойти от этой пагубной практики.